обсудить проблемы и найти пути их решения. Для этого министр образования и науки Республики Алан Угоев встретился с выпускниками-беженцами из Украины. В преддверии сдачи ЕГЭ и ГИА проблем у ребят и их родителей немало. До основной волны остается всего месяц, но не все ребята успели проверить свои знания в пробном экзамене. Поэтому планируется организовать дополнительное тренировочное тестирование для выпускников. После того, как будет определен уровень знаний, начнется интенсивная психологическая и методическая помощь ребятам в школах. На сегодняшний день в республике учатся 5 выпускников 9 класса и 2 11-классников из Украины. Для 9-классников, соответственно, нам нужно понять их профориентацию. Кто-то изъявил желание узнать подробнее о средних профессиональных образовательных организациях, техникумах, колледжах. Часть ребятишек намерены продолжить обучение в 10 классе, соответственно, для того, чтобы получать высшее образование. Поэтому, исходя из возможностей и желания каждого из детей, мы постараемся скорректировать в оставшийся период времени их подготовку и, соответственно, дальше будем уже отслеживать то, куда они будут поступать и как они будут реализовываться.